Он закапывает Кобякова. Блин, не успели. Быстрее, она сейчас палит. Где? Я не могу найти. Кажется, нашел. Эй, быстрее, быстрее. Как в прошлый раз. Ла-ла-ла-ла-ла. А ну-ка, иди сюда. А ты сначала догони. Тебя мороженым. Но сначала поставь лайк на видео, и последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь на этой неделе. Просто попробуй. Поставили? Умнички. Напиши в комментарии, что у тебя, и я обязательно поставлю тебе лайк. А если ты успеешь подписаться на канал и поставить колокольчик за 5 секунд, то завтра тебе придет на телефон 10 тысяч рублей. Скорее подписывайся. Подведем итоги нашей работы. Внимание на график. Показатели растут, вот мы видим. Отличный результат. Нужно повторить вот этот результат. Ты же знаешь, это невозможно. Возможно, у меня есть идея. Снимать страшилки. Нет, не. 124 часа на кладбище нужно снимать. Не-не-не-не-не. Подписчики, вся надежда только на вас. Мы чувствуем, что вы с нами. Мы сильнее. Мы обещаем, что будут страшилки. Кнопочка подписаться внизу. Ой, Влад, сам наобещал, будем выполнять. А, ну понятно. Кобяков, возьми клубничное. Не, я пас. Спасибо. Заморозил? Что я только что увидел? Даю пару пухленьких детей дом. Ты что творишь? Да, стой! Пухленьких детей, ведь свою работу. Блин, уехал. Роженщик Рот? Я что-то слышал про этого типа. Ой, ему друг, ты видишь, что он с ним сделал? Он заморозил Кобякова. Найдем что-то в интернете. Жутковатый, да? Не думаю, что это друг Кобякова. Прикиньте, Рот разрабатывает секретное мороженое. Искать мороженщика по адресу этого не раз спасал. И мы должны его спасти. А Снежная 13, это вот тут. Клевая идея. Только может быть, тачка припаркована? Я на стрёме постою. Никого? Да я в другом смысле. Ну нет Кобякова, никого там. О, извини. Дверь скрипит. Давайте. Так, Серега, подожди. Ты самый смелый. Иди вот сюда. Если что, кричи. А зачем для мороженого два красного? Смотри. В смысле? Тогда ты иди на кухню. Стрёмно. Аж, подожди. Глянем. Ты чё, супа? С кукухой двинулся. Ты вообще не забывай, что мы к Кобякову пришли. Это уже как бы странно. Глен. Мороженое худенький плюс мороженое равно пухляж. Экземпляры — это люди? Дети? Есть хорошая и плохая новость. С какой начать? Плохая? Он чокнутый! Он точно разрабатывает! Судя по всему, у него детская травма. Его в детстве травили. Меня задирают. Блин, мы ж Кобякова тоже задираем. Смотрите, скорее. Я нашел его блокнот. Какие-то имена и адреса. Это его жертвы. Кобяков! Через Ена. Кобяков был в ее планах. Так, а какая может быть взаимосвязь? Кобяков популярный. Бац! Кто тут? Мороженщик! Блин, он идет на кухню! Сегодня отведу их в охлаждаемый. Походу обронил блокнот. Ла-ла-ла. Их детей, весь свою работу. На последнего мальчишку ушла вся моя заморозка. Ла-ла-ла-ла-ла. Детки долго таять не смогут. Ха. Быстрее! Нужно проследить! Серега! Я здесь! Не двигайтесь! Не двигайтесь! Заметил? На всякий случай не двигаемся. Поехали за ним, что сидим? Тихо. Тей, закрыт. Попробуй 4-0. Нельзя. Всегда забывают пароли и куда-то их записывают. Где бы мог хранить мороженщик? На салфетках. Кто? Нету. Безграмотный. С одной N. Код. Может быть, ценники? Цена. Давай попробуем. Клубничная стоит 31 рубль. Нет? Нет. Нет. Ты уже с этим красным цветом совсем ж. Так, клубник. Есть цифры на деньгах. Кассовый аппарат. Хорош. Пацаны, ключ. Злодей. Злодеев можно. Есть. Зацепка. Надеюсь, это не какая-нибудь ловушка. Лагерь. Давайте подловим его вот здесь. Мы почти рядом. Проканусь тут. Только я что-то вообще никого не вижу. Походу, была нехилая вечериночка. Нет, Глен, кажется, этих детей похитили. Место было отмечено на карте у мороженщика. Он недавно здесь был. Еда готовится.
О, что мы знаем о мороженщике? Задирали за то, что он был пухлый. В мороженом содержится секретный ингредиент. Рот похищает детей и ставит над ними эксперименты. Да мы, ребят. Да мы не дети. При похищении рот замораживает жертву сам мороженщик. Но ведь где-то же этот рецепт написан. Мне даже этого мороженщика как-то жаль. Ты че, Серега? Тем более у него Кобяков. Ну над ним тоже кто-то издевался в детстве. Тихо. Это мороженщик. Его зубки посмотрим. Тем более у него Кобяков. Он закапывает Кобякова. Там много Кобяковых и детей. Блин, не успели. Пути отступления знаем. В гелик и педаль. Быстрее, пока у Кобякова воздух не закончился. Кобяк, быстрее, нас сейчас палят. Где? Я не могу найти. Может, тут шишку нашел. Давай. Кобяков, ты где? Ты где, алло? Кажется, нашел. Давай быстрее. Да что это? Записка. Быстрее, быстрее. Мы сможем спасти Кобякова и детей. Что там нужно? Горячий шоколад. Пока он отсюда не свалил, нужно его догнать. У него Кобяков. Давайте. Он идет к тачке. Может, там Кобяков? Скорее всего. Серега, давай, ты в этой детской кепочке на ребенка похож. Иди, да. Такие. Борода в 5 лет растет. Давай, давай. Спроси, как? Че? Если что, беги. А что, если Серегу тоже захапают? Ля-ля-ля. Ой, милый мальчик, хочешь мороженое? Да мне придется тебя заставить. Не надо. Эй, быстрее, быстрее. Нет, нет! Там мороженщик с Серегой! Да, сюда слазь. Не спалимся, мы сможем доехать до его базы. Какой хороший! Что-то как в прошлый раз. Ла-ла-ла-ла-ла. В прошлый раз? Какой хороший сегодня день! Серега, ты там как? Серега. Мерз, как окорочок в холодильнике. Рецепт. Что-то молодец, я боюсь. Так, давай, не дри. Мишки, Хариба и лимон. Шоколад и лимон. Ищи, может здесь будет. Это же целый фургон. Нашел горячий шоколад, порошок. Это очень хорошо. Как настоящий. Жесть, у меня даже очки запотели. Нет. Ищи, ищи, ищи. Здесь пусто. Здесь ничего. Тут много всего. Лимона нет. Если сейчас... Без паники. Остался только лимон. Здесь должны быть... Просто вызовем полицию. Хотя куда мы вызовем полицию? Ехали. Я нашел. Что? Нашел лимон. Это не что-то типа того. Ну давай теперь это как-то замешаем. Держись. А порции не знаю, чувак. Ты как чувствуешь? Ездит куда не надо. А что ты, чувак, вообще делал возле нашего офиса? Тей, детский контент, я не знаю. Горячий шоколад насыпал? Надо поторопиться. Только стой, не перепутай, нужны именно красные. 5, 6, 7, 8. Я думаю, этого достаточно. Сереж, видел в мультиках, что людей бывает такое, что замораживают. Блин, Глент, ты настоящий герой. Блин, ты просто монстр. Слышишь? Что-то зашипело. О, сработало. Изо рта. И нужно также распылить антидот. Пахнет неплохо. Надеюсь, это тебя спасет. Ледяной. Мы только хуже сделали. Пропустили. Все есть. Горячий шоколад, сгущен. Секретный ингредиент. Он вышел. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Он тяжелый какой попался. О! Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Забрал. Ты сейчас спасем, не парься. Подожди. Антидот забери. Погодите, где-то ножницы были. Чего ты собрался делать? Подожди, сос близко. Можно обрезать, он точно не заведется и никуда не уедет. А вот и бензинчик. Бачок потик. Красавчик. Не понял? Секретный ингредиент. Кобякова, Сереги и детей. Они 100% все там. Всех спасаем. Звучит легко, но Спас очень лайк. Страшно. Тихо, звуки. Ой, это туалет, блин. Погнали наверх. Может, вода? Да он одним дыханием людей заморожил. Ой, какое хорошее мороженое. Там готовил. Не буду. Стал толстый. Обалдеть. Так-то лучше. Кто там следующий? Это точно все из-за этого. А представь, что будет с Кобяковым. Он вообще взорвется. Точно не нужна. Короче, я сейчас его отвлеку и спускаю вниз. Ты в это время ждешь под лестницей. Только аккуратнее, пожалуйста. Эй, шоколадной начинкой. О, еще. А ну-ка, иди сюда. А ты сначала догони. А, я угощу тебя мороженым. Салют, ребята. Первый вопрос. На канал подписаны? Да. Может, видели, где ключ? Да. Поете и идете туда, на задний дворик. Мы вас потом заберем. Только два способа найти иголку в стоге сена. Это здесь пацаны, а может, даже еще какие-то люди. В принципе, это чердак, здесь куча разных магнит. Так, ключик давай. Бинго! Кобяков, иди сюда. Вот бы все сработало, и Кобяков стал нормальным. Где же этот мальчишка? Угощу тебя. Меня какой-то шум сейчас спас. 100% дома полно мороженого. Есть одна идейка. Ладос! Блин, Кобяк, тут где я?
Потом объясню, но нам нужно найти. Серега! Ты порешь! Я ж тебя попросил. 5 заморозит, а спасать больше некому. Ищем Серегу. Вот он, мой сладкий мальчик. Так вот, Глен победитель! Как тебе такое? Тихо. О, Владос, я нашел коробку. Иди сюда. Ледышка, помоги рот открыть. Жесть. Салют. Ты чё? Ну что, пацаны, как наш план? А где Глент? Ну, Глент пожертвовал собой, чтобы я мог спасти вас. Я никого не вижу. Пацаны, спина затекла. Глотать не вариант. Он как дунет. И нам хана. Блин, нет. Мне кажется, надо какой-то другой, посерьезней план. Может, что-нибудь кинуть. Мама! Бля, смотрите. Это вы его вырубили? Супер. Не знаю, кто вы такие, но вы молодцы. Пугайте. Держите. Ну что, мы победили этого гада. Глентик, что там, полиция едет? Да, говорят, 3 минуты и будут. Ну а вам спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Глент Кобяков, Серега, пока! Глент Кобяков.